Всем здорово, ребят, ну что у нас сегодня? Обалденнейший денек на английском сервере, довольно-таки неплохие и плюхи, и опять же возвращение домой есть новыми наградами, вот ежедневные награды, такие вот плюхи вы получаете за 3 дня, а за год сундучки, в принципе, пятые, третьи реально топовые. Ну, вторые относительно тоже неплохие, да, без донатов, в принципе, любой вариант. И вот так вот 1к самоцветов еще получаете дополнительно на аккаунт. Возвращение домой довольно-таки, я вам скажу, неплохое. Если у вас сила 10к, это можно сделать твинков и нафигачить. Ну, конечно, 25 твинков перезаводить потом, это реально долго, но неплохо. Так, собираем шарики, наконец-таки их дало дособирать. Забрали, так, а что у меня тут за плюшечки еще висят? Оу, это с купона. Вот такие вот плюхи с купона. 10к самоцветов, получается, карты по 2 штучки, ну, неплохо. Так, возвращение домой, treasure chest. Это за покупку, все остальное все донатное. Смотрим, что у нас здесь есть интересного, альфа-самец. Расходники, пиратик, опять же, пират реально кайфовый. Поменяли плюшки, есть возможность собрать розу. Вчера я показывал, пакеты накопления были, но, блин, классные пакеты накопления, я считаю, с вольтом, зефиром можно дособирать без проблем. Ну и так здесь зефира, в принципе, можно дособирать без проблем. Так, кицуне, поехали, билты пак посмотрим. 800 кролика, неплохо. 800 короля, камешки, ну не знаю, вроде здесь ничего не поменяли. Так, а тут, по-моему, поменяли божество, зефир, по 40 осколков, неплохо тоже. Считайте, вы можете зефирка собрать. 240, ну за десятку, в принципе. Ну, кому надо осколки, там минималка, тоже неплохо. Божество, берс, что больше такого интересного не вижу. Найм, монетки, расходники. Так, поехали дальше. Что у нас тут есть? Зиолот, 4 осколка всего лишь этой, но это, конечно, смешно. Это получается за 20 баксов. Ну, оно не соответствует тому, что надо. Ну, единственный вариант, вы можете дособирать какие-то другие итемы здесь. Например, вот эти. Ну, кому что надо. Ну, вот, только такой вариант. Так, фортуна закрыта. Молотки. Поехали посмотрим рынок, что у нас есть. У меня уже 140, еще надо 60 осколков нам дособирать. Большой пак с пыльцой. Этот дешевле получается, нежели этот герой. Ну, понятно, там расходники. Ну, в 2 раза. Тут герой целый собирается за большой пак. Еще донатных карт дофигища. Ну, я бы реально вот этот пак за 50 поставил бы, как за 100 уже тогда. Так. Тут у нас расходники по героям. Скины. Вот так вот, наконец-таки скины. Так, а ну-ка смотрим. Дрейк, череп. Вольт у меня есть Дрейк и череп. Смотрим, что у нас интересного. Череп, да, черепа надо дособирать. И Дрейка надо дособирать. Дрейк, в принципе, последний. Так, хорошо, смотрим еще, что у нас есть интересного. По скинам понятно. Так. Вот опять при Anniversary пак. 70, 130. Так, New Man's пак.
Такое себе, такое себе. Ну, сегодня еще один плюс один действует, но скорее всего на вот эти вот паки. Нюманс паки. Сейчас посмотрим. А, аккумуляция есть. О, неплохо, неплохо. Посмотрите, какая аккумуляция. А, есть возможность, кому надо собрать 50, точнее 100 осколков альфа-самца. Ну, я вам скажу, неплохо. Плюс зефир. Но зефир это уже ничем зефиром, скажем так, не удивишь. Но 100 альфа-самца реально круто. А, плюс скины на Матрону. 200 пыльцы. 30 осколков. Ну, плюшки неплохие. Ну, большой нету смысла забирать. 7800 тоже, в принципе, ради сундуков, кому они нужны. И скин. Ну, неплохо. Манспак, а ну-ка, у нас сегодня 1 плюс 1 есть. Да, 1 плюс 1 на Ньюманспак. Ну, довольно-таки неплохо. А, так, поехали на немочку. Чекнуть, что у нас на немке. Ну, английский сервер неплох, согласитесь. Реально сегодня куча офигенных тем есть. Ну, конечно, мне лень создавать 25 аккаунтов для того, чтобы поучаствовать в халяве. Ну, довольно-таки неплохо. Для бездонатов, кому надо, вариант неплохой. Так, с накопление. Базар маркет тот же самый. Я так и самики что-то не копил. Вчера лень было уже. Так, ежедневные забрали. Смотрим, здесь пиратика открыли. Пират тот же самый. Ничего не поменялось. Плюшки позабираемся. О, смотрите, опять плюс 500 саму. Реально здесь очень часто эта тема падает. Так, все, тут уже закрыто. Непонятно, что-то какая-то акция. Понятно. Но вроде все с такого. Больше ничего нету. Ну, 11, может, что-то обновится сегодня. Может, и набор будет. Посмотрим. Так. Что-то долго так грузится, надо будет кэш почистить. Так, юбилейное время, найм, 1 плюс 1, привет, весна. Возвращение домой тоже есть. Посмотрим, какое возвращение на русском сервере. Тоже такое же. Довольно-таки неплохие плюхи за первый день. Ежедневная награда. Сейчас посмотрим на условия. Вот, игроки пригласить неактивных, которые достигли 10 тысяч и не входили в игру с 1.06. С 1.06.2020. 3 дня. Нормально. Оба игрока получат награду. Ну, довольно-таки неплохо. Первый, второй, третий день. Плюшки реально хороши, я вам скажу. Плюшки реально кайфовые. Самика можно нормально получить. Магическая рулетка и фонарики. Последний день. Такс, что по событиям парящий? Авиар, собери сам такое себе. Четыре, шесть точно так же. В общем, такие вот дела, ребят. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.